Большие города путешествуют по Казахстану и изучают туризм в Алматы. Сегодня в программе. Даешь горам туриста и 250 километров лыжных троп. Как попасть в сказку и чем там заняться? Страница календаря становится все тоньше, и по доброй традиции в конце года принято подводить итоги уходящих 12 месяцев. В крупнейший мегаполис страны Алматы ежегодно стекаются тысячи туристов, чтобы насладиться разнообразными видами досуга или же великолепными пейзажами Зайилийского Алатау. По итогам 8 месяцев текущего года в Алматы через международный аэропорт прибыло 343 тысячи иностранных гостей, из них 11 тысяч с туристической целью. На сегодня главная задача управления туризма и внешней связи города и бизнес-сообщества увеличить эту цифру. Иностранных любителей активного отдыха в первую очередь привлекают горы, которые находятся в 30 минутах от города. Мы наняли компанию «Мастер-концепт», австрийская компания, господин Гернот Лейтер, он проектирует мастер-план наш от Тургеня до Каскелена. В этом мастер-плане он говорит, что можно создать 470 километров пеших троп, 85 километров конных троп, велотроп и 250 километров лыжных трасс. Если сейчас все сложить наши горнолыжные курорты, это выходит где-то 43 километра. Поэтому мы должны к этой цели достигнуть. Это в течение 10 лет, в принципе, реализуемая задача и цели. И получается ее увеличить, лыжные трассы, в 5-8 раз до 250 километров. То есть это огромный потенциал, где можно создать 40 тысяч рабочих мест. Чтобы обслужить поток туристов, должны функционировать качественная инфраструктура, сервис и услуги туроператоров. И мы решили узнать из первых уст, как найти баланс между ограниченным временем, адекватным бюджетом и желанием увидеть все самое интересное. Асель Губайдулина вот уже 8 лет занимается туристической деятельностью и знает не понаслышке все подводные камни турбизнеса. За последний год она разработала 12 уникальных программ для туристов. Мы задавались вопросом для туристов, которые, например, приезжают на неделю условно в Алмату, и хотели они, ну вот, они могут пробыть только неделю в Алмате, а увидеть по максимуму. То есть им выгоднее будет выехать просто сразу на дней 5, хотя бы там на 4 дня, чтобы побольше объектов захватить. Все, они за эти дни смогут и Чирын захватить, и Кульсай захватить, там Сунжу даже, возможно, и Алтын-Эмиль, например. Все, они возвращаются в город и еще могут в городе пробыть 2-3 дня. И как бы таким образом они больше увидят, и у них больше впечатлений об Алматинской области останется. Асель рассказала нам, что большинство заявок на туры поступают все же от иностранных туристов. Казахстанцы редко обращаются к услугам туроператоров, полагаясь на информацию от друзей или же соцсети. Дикий вид отдыха дает свободу передвижения и планирования. Однако от такой свободы часто страдает экология. Вспомните горы мусора в популярных местах отдыха. А еще самостоятельно путешествующие могут пропустить интересные места, до которых было рукой подать. Туроператор же предлагает туры с четко продуманным маршрутом. Мы предлагаем, помимо того, чтобы съездить на Бау и, вот, например, остановиться на Аюсай, плюс еще на обратном пути заехать в соколиный питомник, посмотреть там шоу. То есть это прям такая целая программа, продуманная. И по сути, там, в принципе, если человек без транспорта, и он заказывает себе машину, это, скорее всего, точно так же будет стоить, что и мы предложим. Потому что у нас как бы это, ну, стоит на потоке, что ли. Второй вариант загородного времяпровождения – воспользоваться услугами базы отдыха. Вокруг Алматы их много, но таких, где есть практически все виды отдыха – единицы. Первый месяц зимы напомнил нам, что наступает пора зимних праздников и волшебства, и обусловил выбор. Каждый человек, даже очень и очень взрослый, втайне мечтает попасть в сказку. У нас это получилось. Мы проехали меньше 30 километров, поднялись на высоту 1650 метров над уровнем моря и действительно – попали в самую настоящую сказку – лесную сказку.
Маршрут. Двигаемся из города в сторону Талгарского тракта на восток. Исследуя указателем, проезжаем несколько населенных пунктов. Меньше часа займет путь до ущелья Ой-Карагай, где на 5 гектарах располагается горный курорт-отель, который, по нашей оценке, может считаться образцово-показательным в своей линейке. Правда, для отдыха здесь вам придется заплатить кругленькую сумму. Спасибо. Это стандарт? Верно. Сейчас мы будем заселяться в стандартный коттедж стоимостью в 50 тысяч тенге. Пойдемте и посмотрим, что это за номер. Можно пойти пешком, а можно и прокатиться на электромобиле, аренда которого на 4 часа стоит 20 тысяч тенге. Но не успели мы насладиться красивым пейзажем, как приехали к симпатичному трехэтажному дому с деревянными лестницами. Номер уютный, в классическом стиле, со всеми удобствами. Кроме коттеджа, на территории есть и обычная гостиница. Однако жилой фонд на этом не заканчивается. Для любителей роскоши за 380 тысяч тенге на сутки распахнет двери отдельное шале на самой верхней линии курорта. Поклонники эко-стиля обретут счастье в комфортных домиках на деревьях. Здесь можно постичь полное слияние с природой. Назад в прошлое с применением современных технологий. Юрты пользуются огромной популярностью у гостей. И это абсолютно оправдано. Такой смарт-юрте позавидует любой кочевник. Кстати, жилище предков нашло необычное применение. Рядом с красивейшим каскадным водопадом располагается спа-центр в юртах. Журчание воды успокаивает и расслабляет, и никакой релакс музыки не надо. Но это не последний сюрприз в национальном колорите. Есть еще один. В 2015 году на территории горного курорта Ой-Карагай появилась юрта, и она вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая большая. Пойдемте зайдем внутрь рекордсмена. Несколько юрт объединены вокруг одной большой и оставляют действительно грандиозное впечатление. Может быть, такой и была орда великих ханов, кочевников в свое время. Внутри много туристов. Среди них мы встретили ученых из Польши. Мы очень счастливы быть здесь. Нам повезло получить приглашение на конференцию. Мы впервые в Алматы и, в принципе, в Казахстане. И нам здесь очень нравится. Мы впечатлены природой и в восторге от общения с местными. Конечно, горы, они великолепны, их красота исключительна, они восхищают. У нас в Польше нет таких прекрасных гор, так что здесь мы наслаждаемся ими, пока у нас есть такая возможность. Этот четырехзвездочный курорт – единственный в пределах Алматинской области, обладающий таким количеством уникальных предложений досуга, привлекает в месяц в среднем около 300 иностранных гостей, а в выходные дни полностью загружают местные жители. Но руководство курорта активно расширяет предложение в целях добавить к цифре как минимум еще один ноль. Есть долгосрочная стратегия развития, связанная с расширением инфраструктуры, с освоением иностранных рынков и развитием продуктовой линейки. В этом сезоне 2018-2019 мы порадуем наших гостей новыми горнолыжными трассами. Это 12 километров разных уровней сложности. Мы порадуем новыми инфраструктурными решениями, такими как конный центр, новые точки питания, площадки под майс мероприятия и так далее. Ну а теперь настало время для активных действий. Скалолазание, пинбол, пешие туры в горы, конные и велопрогулки. В зимний период сюда приезжают за лыжами и сноубордом. Причем не только опытные спортсмены, но и новички. Все инструкторы очень опытные и по скалолазанию, и по горным лыжам, и по сноуборду. Обучают гостей, которые приезжают сюда. И везде так же работают. Все инструкторы учатся, как бы, некоторые закончили, некоторые до сих пор учатся в Академии спорта и туризма. Ерсаин вот уже полтора года как старший инструктор. В этом году он заканчивает Академию спорта и туризма. Он активно занимается горным туризмом, скалолазанием, альпинизмом, мастер спорта по туристскому многоборью. Для 8 инструкторов горного курорта в экстремальных видах отдыха приоритет – безопасность. Особенно в крупнейшем в Азии троллейном парке. На троллейном парке у нас идет система, страховочная система, это как у альпинистской страховочной системы. Ну, трасса у нас каждый сезон проверяется, проходит экспертиза каждые 3 месяца. Да, с такой надежной страховочной системой, наверное, не страшно пролететь 3 километра на высоте в 200 метров над ущельем. Троллейный парк работает круглый год. Стоимость посещения всех точек парка – 22 тысячи тенге. В летний сезон желающих испытать острые ощущения набирается больше 100 тысяч человек. Экстремальные полеты оставим на следующий раз, а пока попробуем себя в более земных испытаниях. Впрочем, для кого-то и это высота.
Из 9 маршрутов веревочного парка мы выбрали самый оптимальный, легкий, семейный маршрут. Для детей от 3 до 7 лет, для подростков ниже 140 сантиметров есть другие с разными препятствиями. Чтобы пройти через все маршруты со сложными препятствиями, нужно потратить целый день и немало сил. И абонемент на такое развлечение будет стоить 9000 тенге. Испытание себя на одном маршруте – 3000 тенге. У любого дела должно быть приятное окончание. И вот тарзанка – это как раз-таки то, чего ждут все, кто проходит веревочный парк. Поехали! Уикенд активного отдыха за городом – прекрасный шанс сделать передышку в динамичной городской жизни для местного туриста и хорошая возможность иностранному гостю познакомиться с природой, культурой и кухней новой страны. Это была программа «Большие города». Увидимся в следующем выпуске.